Я Наталья Самойлова, певица, композитор, автор-исполнитель. Очень рада сегодня быть ведущей. Вот, вы знаете, я очень рада, что у меня есть такой прекрасный шанс ездить к нашим ребятам на передовую с гуманитаркой. И вы знаете, смотря там в их глаза, я молюсь только об одном, чтобы все они вернулись к нам живыми и невредимыми. Я хочу для вас исполнить песню, которую пела неоднократно там. Она называется «Ангел». Смотри в реки веков, не задержать стрелку часов, жизнь не благо на весах. Не скорби в холодных льдах, я с тобою, я помогу. Твое сердце я раскоплю. Знай, ты не один, я с тобой. Крылья ангела за спиной, среди пустоты путь найду. Наших ребят. Спасибо. Эти аплодисменты для них, для этих прекрасных ангелочков. Вы прекрасные, спасибо. Спасибо.
очень рада вас приветствовать в нашем мире, в мире, где живет добро. И вы знаете, в этот замечательный день мы снова вместе. Мы все как одна единая семья. Мы все благодаря неоценимой работе и искреннему теплому отношению председателю правления благотворительного фонда, защитнику счастья Антоненко Александру Сергеевичу. Эти аплодисменты для вас. Спасибо. Управление Федеральной службы исполнения и наказания по городу Москве полковнику внутренней службы Тарасову Валентину Александровичу. Заместитель начальника главного управления МЧС по городу Москве Румянцев Андрей Михайлович. Полковнику Бородину Андрею Викторовичу. Добрый день, уважаемые гости, дорогие друзья, дорогие дети. Ну, сегодня же мы, как понимаем, и отмечаем 8-ю годовщину нашей организации. Я считаю, правильно? Не ваша, а наша. То есть мы уже общая семья. Поэтому я хочу от всех детей, родителей, значит, поздравить вас, ваш коллектив, с вашей 8-й годовщины, пожелать вам лично всего самого хорошего, здоровья крепкого, чтобы все ваши планы, которые вы сейчас вот до конца года уже наметили, чтобы они сбылись, вот эта вот поездка, про которую вы сказали.